Hey, okay, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Lord of the Click. Как вы поняли, это кликер, конечно, FPS 30-ку отдает. И, о, смотрите, скелет за моим этим смотрит, за моей мышкой. Ну, погнали, новая игра. Получается, у нас только будет 3 уровня, и включая обучение. Здравствуй, сыной. Нашему королевству грозит беды. Коварные существа захватывают наши земли, а я уже стар, чтобы управлять армией, поэтому я возлагаю эту миссию на тебя. Твоя задача — отбить захваченные земли, а для этого нужно расшибить не один десяток лбов своих воинов, а вражескую башню. Выпускай солдат в бой кликами по своей башне. С павшим вражеским солдатом выпадают монеты, собирая их для того, для чего нужны монеты, я расскажу тебе немного позже. А теперь попробую разорвать в клочья вон те чучела и заставить капитулировать их предводителя. Предводитель — это вот это, походу, чучело с мечом. А, это типа начать заново, я понял. Так, это пауза. Ага. Ага. Сейчас немножко подождите. Ладно, странно. Странность в том, что кликер не хочет работать в данной игре. А это довольно жестко. Тут кликов надо делать. Хотя в игре про майонез мы с вами нормально играем. Так держать воин. Крепнет в бою. Но без улучшений все же не обойтись. Улучшения приобретаются за монеты. После того, как соберешь нужное количество монет, над изображением любого из улучшений появится его стоимость. Давай я кратко ознакомлю тебя с улучшениями. Улучшение доспехи позволяет повысить защиту воинам. Улучшение шлем добавит в армию новый вид солдат. Новый юнит в бою выходит только с цветы, и для его создания необходим свежевыпеченный хлеб. Улучшение башмаки повысит скорость передвижения солдат. Улучшение перчатки ускоряет вызов солдата на один клик. Улучшение башни позволит улучшить вашу крепость. Купив мельницу и хлебопекарню, позволит вам печь хлеб для солдат, которые нуждаются в нем. Купив алмазную шахту, вы сможете добавить алмазы, за которые в дальнейшем приобретете уникальные улучшения. Нажав на мешок золотом, вы наймете себе помощника, собирающего монеты на поле боя. Улучшение кирк позволит нанять помощника шахтера, который будет добывать алмазы. Улучшение шестерни автоматически автоматизирует работу мельницы и пекарни. А теперь пора завершить обучение и передвигаться к границам, пока еще есть наши земли. Удачи тебе, сын мой.
Так, пошло, поехало. Да, странно, почему кликер не работает. Ну ладно, я буду просто кликать. Стой, монеты пропадают, оказывается. Я не знаю, сколько я ушел. Ну что он делает? Почему он сам? Автоматически, типа? А, все. Это временная херня, оказывается. Слушай, ё-моё. Ладно. Это очень долго, на самом деле, надо все делать. Хотя бы уменьшим количество нажатий. Насколько это вообще возможно? Ну, сытость, я не знаю, нужна нам, пока что у нас мельницы нету. Мы можем, в принципе, сделать это скорость наших юнитов. Блин, я не помню, мешок золота что дает? Блин, сейчас бы узнать, сколько стоит вообще дальше это. Золото, кажется, это челик, который собирает сам монетки, нет? Ну, смерть, мы тебя долили. Мне кажется, у меня просто скоро мышка сдохнет. С одной стороны, мне нужны деньги. С другой стороны, не мне, ну, ну такое. Улучшенные войны пошли у него. За них, походу, две монеты дают. Не одну. Почему не работает кликер? Майонезы, они были не в окне. Мне просто некомфортно так играть. Я собирать не успеваю. А, там, блин, не 20 золотых, там 20 этих. Пипец. Слишком долгая процедура.
молодой король. Я устал просто кликать. Слишком долгий процесс. Сейчас я на паузу поставлю. Все, ребят, заработало. Я не знаю, в чем была проблема. Так, короче, ждем. Сейчас я немного сделаю иначе. Все, пошло, поехало. Ну теперь нормально. А то ломать типа мышку зря. За 2,5, если не за 3. Седьмая была где. О, теперь у меня просто армия здоровая идет. Просто здоровенная армия. Еще на одно улучшение хватит, да? Победа. Смерть сдалась. Ух ты ж мать. Теперь у нас... Кто это? Орки? Гоблины? Я лучше уменьшу количество кликов. Огр босс. Типа, а смысл мне прокачивать, если у меня нету мельницы? Это, мне кажется, лучше уже мельницу прокачать, а потом уже, ну, либо шахту купить. Ну, мне кажется, я без улучшений даже уже игру пройду. Давайте насобираем на шахту. Я уже могу улучшить либо башню, либо мельницу купить. Что-то из этого. Тут очень много
надо раскликать. В смысле, я могу обменять 50 монет на что-то. Интересно, что? Нет, выпустил. Слушайте, игра довольно, ну, типа, есть анимации, да, какие-никакие. Тоже дождь. Опять монет потерял. Я шахту куплю. А там дальше посмотрим. Одну монетку осталось. О. И главное, что непонятно, сколько нужно кликов для того, чтобы раскопать ее. Так, мне нужно будет все-таки купить мельницу, улучшить союзников. Купил я мельницу, найс. Так, еще надо армию этих выпустить. Наверняка. А нет, смотрите, они становятся более живучими. За счет счета. Или это не благодаря счету? Я уж не помню, что улучшение какое где. У меня есть чувак, который собирает монеты. Поэтому нормально. Так, количество кликов уменьшим. Надо в шахте добыть больше алмазов, чтобы купить кирку.
где есть какая-то пушка или это граната, автоклик, лава, либо что это. Долго алмазы добываются. А. Манать, музыка так прибавилась. Тут. Давайте попробуем, что дастся мне за лаву. Понятно теперь, что это такое. То есть я убиваю и своих, и на один удар продвигаю башню. Ну все. Это выиграно. А, смотрите, я уже, видите, не могу бить сам. Победа. Так, демон. Поехали. Мне кажется, мне до демона нужно было все-таки улучшить немного. О, видите, они уж не ваншотятся. Ладно, надо мельницу покупать. Без мельницы здесь никуда. Себе 50 этих надо, чтобы была автоматическая мельница. Так, элитные войны пошли. Видите, хлеб срабатывает через какой-то промежуток времени, не сразу. Сейчас я автоматическую мельницу еще сделаю себе. Просто так намного быстрее фармлю, чем... Тут же вот шахтер, который меня портит. Ладно, сейчас он мне накопает золото, я куплю механизм для нашей мельницы. Еще два алмаза, еще один. Все, теперь нам просто сюда главное держать, да и все. И монеты главное фармить.
видите, хлеб добывается довольно медленно. Хотя фиг его знает. Типа, я могу сейчас Ну, лучше, конечно, все остальное прокачать мне. Алмазы уже не нужны. Они бесполезные алмазы. Походу, один алмаз, да, можно обменять на... Ну, 50 золотых монет на один алмаз. По идее, я могу еще башню улучшить, она просто, наверное, станет немного повыше. Ну все. Ускорю к ней передвижение еще на немного. Победа. А еще не все? Не знаю, я смотрел, по идее, все. Это походу к Хэллоуину у нас отнеслись теперь. Тыквы просто тыквы. Тыквы ж никогда не атакуют. Ну теперь у нас, смотрите, Дракула. Ну да, теперь хэллоуинская тематика. А нихера, тыквы тоже атакуют. Нифига себе. Ну видите, с тыкв ничего не выпадает. Блин, так главное, и хлеб быстро не нафармишь. Сейчас прокачаем более-менее. Тыква очень быстро растет. Ну блин, вот что будет, если монеты вкачаю? Может, я буду по две монеты получать, не по одной? Да, теперь я получаю по две монеты вместо одной. Но это выгодно, на самом деле. Это очень выгодно. Так просто немножко фарм будет побыстрее. Если бы я знал, я бы сразу купил вместо мельницы. Так, ладно, наполовину мы одолели. Я за счет монет просто могу на самом деле прокачивать это в шар использовать. Количество кликов уменьшить.
думаю, что до сотки я смогу еще сделать, чтобы за одно место двух монет получать сразу три. А уже сотка, все. Ну тогда все. Я за 60 тогда улучшу себе клики. Либо можем башню улучшить. Мне кажется, это столько. Ну, мы просто дольше сможем продержаться. Клики уменьшу. Давай, 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 тут осталось немного, одолеть только Дракулу осталось. Ну хотя уже не должно быть, ну Хэллоуин уже прошел, должен уже быть Новый год. Либо я мог просто, знаете, сейчас фармить монеты эти и пулять, как они называются, шары вот эти огненные. Хотя фиг знает, я башню улучшил, но она как-то мне не выросла. Я еще могу клики уменьшить. Ох, ёлы-палы. Ну, мне кажется, скорее всего, максимум можно будет уменьшить до 10. Если так смотреть, у меня рыцарь не успевает проходить. О, ударили наконец-то. Ладно, буду просто их выпускать, да и все. По сути, я только могу дом улучшить и все. Либо, знаете, можно просто нафармить тех же 100 монет и постоянно использовать огненный шар. Просто как вариант. В натуре он не успевает собирать монеты. Чел, не гони, собирай монеты быстрее. Блин, давайте, может, базу улучшить. А, все? А, теперь она, да, увеличилась. Ну что, победа. Это еще не все? Подожди, подожди.
А та игра была что? Ну там, где с дьяволом дрался, я думал, это эти уровни. Оказывается, нет. Давайте тогда на этом с вами закончим. В следующей серии продолжим, поэтому всем спасибо за просмотр. Если вдруг там будет коротко, я просто их объединю. Поэтому... Да. Всем пока. Хейо, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Lord of the Click. Если вы после этих слов смотрели просто дальше видео смотрите, то я просто объединил две серии. Если же нет, то это новая серия. Игра называется Lord of the Click. Это кликер. Я не знаю, почему у меня вампир, потом они, а тут, походу, было все-таки обучение. Погнали, они. Они. Ага, теперь мне еще и лучников надо убивать. Ну так, в принципе, я не вижу смысла, я только понимаю, что я могу все-таки собирать монеты и чисто использовать шар. Либо до максималки улучшить клик. Сакуру мы уничтожаем. Увеличим количество бойцов. Короче, я понял, не успевает собирать. Так, хорошо, 55 у нас есть. А, я уже выиграл. А нет, не выиграл. Так, до 10 кликов. Все, победу. Так, нам там осталось еще. О, это пошли отсылки, нифига себе. Это чужой против хищника. Видите, в игре есть, оказывается, даже отсылки. Интересно, что будет... Куда эти маленькие червяки бегут? Он, походу, самого сильного моего атакует. До 10 это жестко. Хотя если еще будет меньше, это будет еще жестче. Победа. Кролик. Морковная площадка.
Нифига себе. Ну пока землетрясение, в принципе, я ничего поделать не смогу. Он даже не по одному убивает. Это ж ё-моё. Попробую еще успеть. Ну видите, то есть здесь монеты не нафармишь. То есть нужно уходить в другие локации и там получать. Все. Игра завершена, ребят. Ну, тогда я их просто объединю. Ну что, если так говорить, то в принципе это кликер. Есть какие-то анимации, есть довольно большое количество уровней. Большое количество уровней есть. Давайте я... Киллорг, почему? Ну смотрите, у нас что в игре есть? Какой-никакой прогресс, да? Ну клавиатуру вы сломаете полностью. У нас здесь есть. План. Плюсы. Пасхалки. Но прокачка везде есть. Я имею в виду, везде прокачка есть в плане кликера. Без прокачки там никуда не будет. В принципе... А, давайте точно, я же хотел узнать, что будет, если вот это нажать. Нифига себе, а ну-ка. А, это походу для... чтобы уничтожать летающих. Ну так как у нас нету летающих врагов. Подожди, оно точно продвигает? Ну, не такое. Так, давайте попробуем их там, где летающие есть. А, то есть это было улучшение, не такое используемо. Да, видите, вот он стреляет. Экран, язык, музыка. Оцениваем игру. Плюсы. Пасхалка. Пасхалки. Ну, пасхалка, ладно. Есть пасхалки какие-никакие. Также можно отметить, хотя бы здесь есть настройка звука, язык есть. Настройка языка, экрана, музыки, звука. Но нету ползунка, чтобы сделать тише, либо типа того. Ну, то есть пока что сделаем скорее один плюс. Это пасхалки. Все, больше на самом деле ничего такого отметить не могу. Так как игра короткая, это как раз идет к минусу. Минусы. Игра очень короткая.
Да, здесь кликер, ну, здесь кликер, который тебя заставляет просто кликать невыносимо быстро. Это просто сломает вам мышку, либо клавиатуру, но особенно мышку. Если вы используете автоклик, как я, да, то все будет нормально. Если же вы используете руки, то вам нужно учиться использовать драклик. То есть, когда вы рукой миллион, ну как не миллион, я буквально говорю, просто дохера кликов делаете, это получается вы должны рукой вести по коврику, чтобы просто рука дергалась, типа трещала, и тогда вы сделаете очень большое количество кликов. Но говорю, ваши мышки просто жопа. Если у вас обычная, типа офисная, то можно. Ну, в принципе, короткая игра и сломанные мышки. Все. Один против двух. Поэтому, ребятки, всем спасибо за просмотр все-таки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Мы индюшатины, коротенькие такие игры еще попроходим. Особенно кликеры мне понравилось проходить кликеры. Но их очень-очень-очень-очень мало, которые именно на самом деле годны. Поэтому всем спасибо и всем пока.